Михаил Саакашвили вновь оказался в центре громкого скандала, который разгорелся на Украине. В этот раз губернатор Одесской области опубликовал видеоролик, снятый им во время посещения одного из украинских блокпостов в Донбассе. На кадрах хорошо видны лица бойцов и секретный наблюдательный пункт, но главное – карта расположения позиций, по которой командир рассказывает, что и где находится. Как узнали журналисты, офицер по требованию командования уже написал рапорт об увольнении. Также стало известно, что в Генштабе Украины официально оценивать поступок одесского губернатора отказались, поскольку, как там заявили, вывод должна сделать контрразведка. Но в неофициальном разговоре военные назвали действия Саакашвили политическим пиаром, который тянет на диверсию.